Всем привет! Похоже, наконец-то, наконец-то наныли игроки пазлов на фикс Теллурии. Она стала буквально настоящей занозой. Винрейт против нее резко упал. Топ-альянсы набирают игроков только с ней, чтобы ставить в центр обороны на войне. В общем-то, что у меня на канале, что у других игроков, стал серьезный вопрос, как ее валить. Как ее валить, потому что это практически невозможно. Комментарии о Теллури и ее имбовости стали зашкаливать. И разрабы решили после релиза героя, спустя месяц, да, уже месяц, порезать ее. Вы, конечно же, знаете, что разработчики стараются не менять героя и его навыки, если этого героя уже выпустили. И всегда герои тестируются в бета-версии игры, их подкручивают там до вменяемого состояния, да, и только после этого герой представляется уже в основном обновлении нам с вами, обычным игрокам. Разрабы, как они сами говорят, всегда стараются делать полезных героев, и вот таким образом Теллурия стала имбовым зеленым танком, коих в игре мало, то есть вот они сделали. И сейчас создатели игры наконец-то пообещали внести коррективы в баланс Теллурии, дабы вообще не убить баланс всей игры. Я думаю, практически все его в полной мере успели прочувствовать, особенно когда игрокам с Теллой по центру вообще в принципе делать ничего не нужно, чтобы поднять свои кубки и оказаться в топе. Достаточно, чтобы на них просто периодически нападали и благополучно проигрывали. И все, ты уже в топе. Теллурия оказалась настолько сильнее, чем планировали разработчики, что наконец-то они услышали мольбы игроков, и появилась официальная информация о том, что сейчас они занимаются фиксом этой самой Теллурии. Оказывается, Теллурия произвела на свет столько дебатов и дискуссий в сообществах Империи пазлов, что они оказали влияние на разработчиков, чего ранее вообще было сложно добиться от создателей игры, чтобы они что-то там поменяли. При этом, представляете, все, кто ее поймали, сейчас испытывают дикое разочарование. Неизвестно еще, что ей порежут. То есть, порежут ли ей скорость маны, да, как это просили другие игроки, либо, может быть, исправят талант, а может вообще способность, вот, которая замедляет набор маны, станет, ну, допустим, не три хода, там, а один. В общем, пишите, что вы думаете, как ее порежут, и рады ли вы этой новости.